Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео хочу рассказать тебе о том, как протестировать скорость интернет-соединения в твоем смартфоне с операционной системой Android и как увидеть силу сигнала до разных Wi-Fi точек. И не теряя времени, давай приступим. Для этого нам потребуется приложение Wi-Fi Man. Для этого в поиске введем английскими символами Wi-Fi Man, как видишь на экране. И нам нужно приложение Wi-Fi Man от разработчика Ubiquiti Inc. Вот так выглядит иконка. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Приложение на английском языке, но основные функции понятны и так. В нижнем разделе у нас 4 вкладки. Speed Test – это скорость интернет-соединения. Start Speed Test запускает проверку скорости интернет-соединения. Сейчас тестируется скорость на загрузку, download. У меня не очень быстрый интернет, поэтому это реальные цифры. Сейчас на выгрузку, upload. И после теста вверху ты видишь результаты. 1,1 мегабит на загрузку, 4,3 на выгрузку. Название сети, сигнал, сила сигнала, это очень высокая, минус 30 дБ, какой канал и прочие данные. Далее внизу. Wireless, здесь ты видишь все найденные сети. Если нажмешь вверху channels, то увидишь мощность сигнала до каждого приемника. Можешь внизу выбирать и подсвечиваешься. Как видишь, сеть AM наиболее высокая, минус 35 дБ, а остальные вот показываются минус 89. Если у тебя несколько доступных Wi-Fi сетей, ты можешь выбрать наилучшую путем сначала сделать спид-тест, увидеть, где скорость загрузки или выгрузки быстрее, что это в зависимости от того, что тебе нужно больше. А если у тебя будет несколько сетей с одинаковой скоростью загрузки, ты можешь выбрать еще и по силе сигнала. То есть чем выше сеть будет иметь вот тут значение, тем более стабильный будет твое Wi-Fi соединение. Также можешь выбрать 5-герцовое соединение. Как видишь, на данный момент здесь нет 5-герцовых. Также можешь Bluetooth протестировать. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк под этим, к этому видео. Оставляй комментарий под этим видео. Подписывайся на канал. На этом все. Всем пока.